Всем доброго дня, меня зовут Игорь Ливанов, я заслуженный артист Российской Федерации. Я ни за что не поверю, что можно у нас в стране купить стройматериалы, выехать в какое-нибудь уютное местечко, построиться, и тебя никто не проверит. То есть не было принято никаких постановлений, решений, разрешений. То есть нет никаких документов. Человек просто построился. Или это вопрос преемственности власти? То, что сейчас называется незаконными постройками. Все постановления, которые приняла уже эта власть, тоже через некоторое время признают незаконными. И так далее. Такой каруселью. Или нужно, чтобы кто-то свыше позвонил и сказал: ребята, успокойтесь, оставьте человека в покое. Вы понимаете, что я, когда принимаю решение, ехать или не ехать на гастроли во Владивосток, это мое личное мнение. Я первым делом вспоминаю, что меня ожидает встреча с Виталием, моим другом, уже, наверное, лет 20, как я знаком с ним. И это будет такая трогательная встреча. И своим друзьям я рекомендую обязательно побывать там. Не делайте этого. Не разрушайте то, что человек построил. Это неправильно. А потом мы узнаем, кто отжал, кто экспроприировал это. Знаете, слово отличное. Экспроприировать. У нас был такой лидер, брата которого повесили за обыкновенный терроризм. Так вот, он очень любил экспроприировать. Не уподобляйтесь. Спасибо, я думаю, что будет принято правильное решение.